Пермский рынок жилищного кредитования может приостановить рост. Аналитики оценили последствия возможных нововведений ЦБ по ужесточению в сегменте. Пермский кадетский корпус станет примером для создания подобных объектов в стране. Заявление сделала глава Минобра России. Банк России требует 7 миллиардов с дочки Пермской мотоверихи. Речь о кредитной линии, открытой оборонному холдингу в 2015-м. Главные новости на РБК в прямом эфире. Я Рустам Багизов. Здравствуйте. Рынок жилищного кредитования в Пермском крае может приостановить свой резкий рост. Его ждут глобальные изменения. По крайней мере, давление почувствуют несколько игроков рынка. Такой прогноз нашему телеканалу дали в пермском представительстве банка «Дельта Кредит». В следующем году ЦБ может ввести более жесткие требования к ипотеке с низким первоначальным взносом. Так, займы с взносом менее 20% от цены жилья будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%. Если взнос менее 10%, с коэффициентом 200%. По оценке аналитиков ЦБ рассматривает такую схему для того, чтобы не допустить ипотечного кризиса, подобного тому, что случился в США 10 лет назад. Согласно оценке агентства Moody's, больше всех эти изменения затронут банки ВТБ-24, Возрождение, Абсолют Банк и Дельта Кредит. Они имеют наибольшую долю ипотеки в кредитном портфеле. В пермском отделении Дельта Кредит отметили РБК, что с начала года уже выдали ипотеки на 385 миллионов рублей. Это в полтора раза выше прошлогодних показателей, но в следующем году, напротив, возможно проседание. Это отразится глобально, так как практически 80% сделок, которые проходят в городе Перми, в частности, это сделки с минимальным первоначальным взносом, либо 15, либо 20%, в зависимости от категории заемщика. То, конечно, это существенно отразится на продажах, в частности, Дельта Кредит. В ближайшее время на политике, на стратегии банка это также скажется. Пока что конкретные решения в политике банка не приняты. Одним из последствий может стать увеличение доли рефинансирования. По данным на октябрь в пермском отделении Дельта Кредит, через него проходит почти каждая третья ипотечная сделка. Но, как прогнозируют аналитики агентства Moody's, ипотечные банки могут повысить ставки, чтобы как раз снизить количество выдаваемых кредитов с низким первоначальным взносом. Ну и также повышение ставок позволит снизить возможные потери прибыли от ухода части клиентов. Пермский кадетский корпус Приволжского округа имени Кузьмина предложено взять за образец при создании подобных в стране. Речь о строительстве учреждений закрытого типа в каждом регионе. Об этом рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева. Сегодня она с рабочим визитом в Прикаме. На площадке Пермского кадетского корпуса состоялся выездной совет по кадетскому образованию. В нем принял участие и полпред президентов Приволжья Михаил Бабич. Известно, что темами для обсуждения стали вопросы совершенствования системы кадетского образования. Также поднята тема необходимости приведения методики обучения кадет к единому образовательному стандарту на федеральном уровне. Было озвучено, что за 5 лет только в Приволжье количество кадетских учреждений различного уровня увеличилось в 2 раза, что говорит о востребованности у населения такого типа образования. Это выдвигает много задач. И государственного партнерства, значит, участие и региона, и бизнеса, и Министерства образования, которое, безусловно, будет курировать образовательную программу, плюс взаимодействие с силовыми ведомствами, прежде всего Министерство обороны, да, и другими. Потому что, как известно, каждый из кадетских корпусов в той или иной степени имеет определенные направленности. Кроме того, на совете обсудили необходимость появления в министерстве конкретного человека, который будет курировать кадетское образование. По словам Ольги Васильевой, ответственность за это направление будет назначена, и он будет военным. Ранее Минобрнауки России внесло поправки в законы, которые позволяют субъектам России финансировать кадетские школы в части общеобразовательных программ. Но специализированная часть будет оплачена из госбюджета. Это позволит увеличить число школ и улучшить качество образования в них, пояснили в ведомстве. Банк России предъявил иск на 7 миллиардов рублей к пермскому торговому дому «Мотоверихинские заводы». Это дочка «Мотоверихи». По кредитному договору с оборонным холдингом, где дочернее предприятие выступало поручителем, информацию публикует РБК «Петербург» со ссылкой на материалы арбитражного суда. Как сообщили РБК «Пермь» в пресс-службе «Мотоверихи», 20 мая 2015-го кредитная линия открывалась для осуществления основной деятельности. В рамках рассмотрения дела о признании «Мотоверихи» несостоятельным, Банком России также подано заявление о включении в реестр кредиторов аналогичных требований к головному предприятию. На заводе отмечают, говорить о том, что банк в случае ликвидации предприятия может претендовать на долю в компании, пока рано. В дальнейшем в рамках процедуры наблюдения будет проведен анализ финсостояния. Конкурсный управляющий предложит собранию кредиторов комплекс мероприятий по возможному продолжению деятельности предприятия и вариантами расчетов с кредиторами. Отметим, Банк России крупнейший кредитор оборонного холдинга. Согласно отчетности за первую половину 2017 года, задолженность перед банком составляла почти 9,5 миллиардов рублей, из которых 2 миллиарда 300 миллионов завод должен был погасить в течение этого года. На Россию таким образом приходится почти половина пассивов «Мотоверихи», всего почти 20 миллиардов. Иск принят к рассмотрению 7 ноября. Ближайшее заседание намечено на 10 января 2018-го. Оно пройдет в Ленинградской области.
Рынок черного золота может вновь пойти на подъем после сегодняшнего отчета ОПЕК, говорят аналитики. Кроме того, глава Лукойла Вагит Алекперов также заявил, что до окончания действия соглашения, до 1 марта, цены на черное золото будут стабильны. Это окажет поддержку рублю, добавляют эксперты. Тем более, что доллар потерял часть позиций на мировом рынке, так как аналитики и игроки были несколько разочарованы будущей налоговой реформой в США. Ну и сегодня официальный курс доллара снизился на 10 копеек до отметки 59,18. Средняя стоимость готового бизнеса в Перми составляет 2 миллиона 200 тысяч рублей, то есть примерно в 2,5 раза ниже, чем, скажем, в столице. Это данные ресурса Авито. Как поясняют, показатель выше на 20%, чем в прошлом квартале. Эксперты отмечают, что самыми дорогими видами продаваемого бизнеса в Перми оказались развлекательные со средней ценой более 6 миллионов рублей, производственные 5 миллионов 800 тысяч и сельхозкомпании более 4 миллионов. Самый большой прирост стоимости торгового готового бизнеса за год замечен в сфере интернет-ритейла, общественного питания и производства. Максимальное число объявлений, как и в предыдущем квартале, зафиксировано в подкатегориях торговля и сфера услуг. По мнению экспертов РБК, если в столичных городах есть практика открыть окупаемую сеть заведений и затем продать ее по высокой цене, то в таких регионах, как Пермь, готовый бизнес зачастую продают, если он убыточен или же с долгами. С вами был Рустам Багизов. Смотрите и читайте РБК. До встречи. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 200 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК+. РБК Пермь. Помогаем принимать решения.